по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона 18 и 19 декабря в Красноярском храме новомучеников и исповедников Церкви Русской пройдут лекции и беседы автора книг по святоотеческой психологии и антропологии, доктора психологических наук, профессора кафедры психологии, человека РГПУ имени Герцена, Марианны Дворецкой. Город Санкт-Петербург. 18 декабря в 13:00. Лекция «Психология православного мировоззрения». 19 декабря, 13:00. Лекция «Психология мужества». Свидетели верные, новомученики и исповедники Русской Православной Церкви. Подробности по телефону плюс 7 903 986 74 95. Отец Максим. Адрес: город Красноярск, улица Академгородок, 50Г.